Ой, друзья мои, друзья, всем доброе утро. Я проснулся. Всю ночь ворочался вообще. Блин, это пипец просто. Этот дождик барабанит. Жестко еще спать. Ой, пью кофе. Ой, кофе сваренное на костре, друзья, это просто... Я не могу. Ой, вкуснотища. Со сливкой. У меня сливки есть, я здесь вставлял. И тульский пряник, друзья, естественно, у меня тоже есть. Друзья, погода, вот на самом деле погода мне говорит, что Антон, собирайся быстро, пока дождя нету, и вали домой. Езжай домой быстрее. Потому что все черное. Солнышко вон там что-то выходит иногда чуть-чуть. Там есть какое-то окошко для него. Вот. Но, друзья, я вам обещал, у нас есть кое-какое дело интересное. Сейчас я вам покажу. Друзья мои, это металлоискатель. Это металлоискатель, друзья. Но я вам скажу, что я клянусь вам, что я ни разу ничего не искал. Вообще, ну, мне это как-то было... Комары уже задолбали. Мне это как-то было неинтересно. Я не занимался этим делом. Я не знаю даже, как им пользоваться. Это мой, он у меня есть. Вот, как там старая история, как он у меня появился. Вот. Вот так вот. Он включается, друзья мои, он включается. И выключается. Вот. Ну, ничего сложного тут в нем нету. Включил, да и пошел. Тут есть какая-то настроечка, чувствительность. Вот. Попробуем, друзья. Мне стало на самом деле вдруг очень интересно. Да, стало интересно. Вот сейчас прям попробуем. Тут участочек небольшой есть, где нет деревьев особо. Потому что далеко я не пойду. Весь лес мокрый. Прям чуть-чуть просто интересно. Лопата у меня есть, друзья. Лопатка есть. Вот, сейчас я кофе попью. Чуть приберусь. Вот. И пойдем поищем, попробуем. Интересно, друзья, да? Интересно. Вот, так что, конечно, надо уезжать, но... Ладно уж, взял металлоискатель и вам обещал. Вот. Чуть-чуть попробуем поискать. Все, друзья, пью кофе. Друзья мои, я готов. У меня все, я вооружился, друзья. Включаю. Так. Друзья, почему-то ничего не пищит. Искал, там ходил, вот где начал. Вообще ничего нету. И вот здесь вот, друзья, там что-то пищит. Смотрите. Видите? Очень интересно, пипец. Сейчас будем копать. Так, вот. Запомнил место. Так, он должен показывать... Он должен показывать, на скольких сантиметрах, что ли, в глубину что-то лежит. Не знаю, пока что-то... Я ничего не вижу. А, вот. Короче, друзья, вот какая-то штучка. Не знаю, что это такое. Из алюминия она сделана, вот. Ну ладно, хоть что-то, друзья, да? Первая находка. Отложим ее. Друзья, вот тут яма такая, я туда залез, и вот...
Ой. Пищит. Пищит, но как-то прерывается почему-то. Сейчас будем пробовать. Да. Друзья, откопал в этой яме, смотрите, молоток. Я в шоке просто. Молоток. Правда? Вот. Или это топор такой, молоточек. Здесь ямы, я что-то копал, там какой-то линолеум старый, может какой-то сарай был когда-то. Молоточек есть, друзья. Тут еще что-то пищит. Тут еще что-то пищит. Друзья, смотрите, крышку откопал. Крышку от кастрюли. Ну точно что-то здесь давно-давно был какой-то, наверное, сарай. Поехали дальше. Друзья, сковородка. Алюминиевая маленькая сковородочка. Вот, блин, правда интересно. Кучку. Давайте смотреть дальше. Друзья, еще одна крышка. Вот. Откопал тоже в кучку ее. Вот здесь я больше копать не буду, потому что тут еще все, уже все, ну, пищит. Тут, похоже, матрас старый был такой, знаете, из железной обод у него. Вот он торчит. Я не буду его вытаскивать, нафиг он нужен. Вот, ну интересно, интересно. Здесь я больше хочу копать здесь так. Вот. Понятно, что здесь что-то стоит. Видите, тут такая дырка, да? Окоп такой. И вот что-то, может, какая-то землянка была, да? Вот. Хочу еще вот походить. Вот так по лесу еще посмотреть. Ой, друзья, ну все. Накопался я, накопался. Блин, это пипец, конечно. Это просто пипец. Вот, оттуда-то я ушел с этой ямы, да? Вот, ходил. Что-то пищит. Нашел место, пищит. Копал, копал, копал. Такую уж яму выкопал. Все как-то в разных местах. Короче, как-то неуверенно все. Блин, я устал. Весь взмок. Я чувствую, с меня уже течет. Я с этой лопатой. Ладно, хватит. Итог такой. Попробовали, попробовали. Ну, на самом деле, скажу, интересно, когда вот раз пищит, о, блин, думаешь, что-то есть, да? Интересно, интересно. Вот, ну, надо как-то, наверное, проконсультироваться у людей. Вот Алексей, кстати, друг мой, в Севастополе живет, привет, Леш. Вот, он вроде, как бы, раньше, что ли, занимался этим, или сейчас занимается. Ну, он вообще реконструкцией занимается, военных дел, вот, что-то с этим связано, и он... Говорил, что у него тоже есть, наверное, он и занимался раньше, или может сейчас даже занимается. Вот, надо у него чуть-чуть пройти некое обучение, да, я с ним созвонюсь, спрошу, как это все делается, чтобы не зря не копать. Вот, ну интересно. И надо как-то это прям один день на это выделять нам с вами, да, и вот прям едем и ищем что-то. Фу. Вот. Потому что вот так вот наскоряк, ой, сейчас электричка туда-сюда, как бы я вообще так не люблю никогда делать, еще собираться. Вот, попробовали.
Да, нашли молоточек, какие-то кастрюльки, да. Ну, интересно на самом деле. Вот. И место здесь на самом деле интересное такое, да, наше. Здесь можно что-то поискать. И можно, да, как-то проконсультироваться, куда съездить, что-то поискать. Ребята ездят, я знаю, там. У меня еще парень один знакомый, они там, он ездит, он этим занимается прям глобально, давно уже. Вот, они там копают каски. Каски какие-то копают там. Ну, что-то свои, военное, что-то такое. Вот. Ну, нам так, нам-то что, чисто время провести интересно, да. Сходим еще, наверное, покопаем. Вот. Вот такие дела. Ну, классно, да. Сейчас мне тут дело еще. Мне тут бардак такой вообще. Надо, я сейчас здесь уберусь потихонечку. Уберусь, соберусь. Еще покушать надо. У меня там яйца я с собой брал. Сейчас пожарю на сковородочке. Ну, не на той, конечно, которую мы нашли, а на нашей. У нас есть хорошая сковородка, да. Вот. Такая поездочка в этот раз получилась тоже интересная, друзья. Но вот дождик, конечно, дождик меня вчера напугал. И тент у меня был чуть-чуть неправильно натянут. Наверное, я буду по-другому это делать. Это, наверное, надо будет посередине как-то веревку и вот так вот домиком его натягивать. Потому что швы текут вообще, друзья, швы текут. Я его еще сильно так натягиваю, там все трещит. Да, вот так вот. Как-то надо по-другому делать. Но я же как бы неопытный в этом деле, да? Мы ходили, как бы, да, с вами сюда приезжали, дождик капал, но не такой сильный был, а в этот раз как ливануло прям аж вообще. Правда, швы текли, я в шоке был. Бедный мой тент. Вот. Хорошо, друзья, ну что? Что еще сказать-то? Погодка, да, вот последние деньки надо цеплять. А вот уже, блин, вон, уже листья, везде листья. У меня вон весь стенд в листьях. Уже, друзья, уже листики желтеют, я хочу вам сказать, да. Вот, ну ничего, есть у нас игрушечка теперь, да, с вами. Будем ходить, наверное, искать что-нибудь интересное. Ну ладно. Так, не забудьте про зиму, давайте думать, искать какие-то варианты, что зимой делать будем, да. Вот. Комары меня уже задолбали просто. О, ну все, друзья, уже сейчас время-то у нас. Время уже сколько? Сейчас не знаю, сколько время. Вот, ну, наверное, часов 11 уже. Вот. Все, собираюсь, еду домой. Устал, весь взмок копал просто, блин. Как кабан, блин, копал. Чувствую, у меня аж все уже течет из-под шапки. Вот. Че, комары эти. Все, друзья, давайте. Хорошего нам настроения, да, не болеем, друзья. Пьем чай с медом, мои хорошие. Вот. Ну все, друзья. Пока, 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 пока. Yeah.
совестно. Пусть тебе приснятся дожди. Закрывай скорее глаза. Закрывай скорее, усни.